Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о спорте, потому что, как известно, городской округ Люберцы – это территория спорта, но спорт особый. Сергей Крылов у нас в гостях, президент рыболовного спорта Московской области с 2014 по 2018 год. Правильно я говорю? Да, да, все правильно. Вот. И у меня сразу же такой вот рыболовный завод, понимаю. Там рыболовная промышленность или рыбная промышленность, понимаю. Рыбак, понимаю. Поесть рыбы, люблю. А вот рыболовный спорт, что это такое? Расскажите. Ну, я скажу вам так, что рыболовный спорт – это реальный спорт. Угу. Ну, в рыболовном спорте, если так… Что, сколько, кто быстрее поймал? Да. И кто все. Больше и быстрее. Но, опять же, дисциплины разные. Ага. Рыболовный спорт, там, допустим, летняя дисциплина – это фидер, английская донка, там та же, да. Поплавочный удочек, карп-фишинг, когда спортсмены там несколько суток живут на водоеме, ага, и ловят… Кто крупнее и больше поймает. Ага, то есть... есть зимние дисциплины рыболовного спорта. Мормышка зимняя блесна. Да. Я один раз был судьей зимней блесны, и после этого сказал, что я никогда больше судить рыболовные соревнования по зимней блесне не буду. Там спортсмены десятки километров проходят. Угу. По снегу, представляете, там по поясу можешь идти там, по колено в снегу и искать эту рыбу, лунку. Угу. И вот ты хочешь, а ты судья должен, у каждой команды прикреплен свой судья. Ты должен ходить. А в этот рыболовный спорт, он вообще во всем мире так признан? Это как? Или да, это да, чисто российское? Нет, рыболовный спорт – это всемирный. Угу. Также федерация рыболовного спорта есть, угу, как и России, так и ФИДЕ называется, это Международная федерация рыболовного спорта. Угу. Куда съезжаются на все соревнования, про которые я говорил, да, про дисциплины со всего мира спортсмены. Угу. И до недавнего времени мы были там. То есть получается, что… Человек, тот самый древний, который ловил рыбу и в первый раз придумал кто-то, как ее ловить удобнее. Вот, но, думаю, недолго думали. Вот, но поначалу же просто ходили, глушили эту рыбу тем, да. Ну, разные были виды. Я тут, конечно, не историк, но явно я к чему веду. Тогда была одна задача для еды, да, для того, чтобы можно было насытиться. Сегодня это превратилось в рыболовный спорт. И тут возникает вопрос, а кто сегодня рыбак? Почему? Потому что очень много анекдотов по этому поводу, очень много всевозможных рассказов, что на рыбалку поехали и даже не расчехлили удочку, так и вернулись. Да. Многие варианты. Что там уметь, наливать да пить, да? Да. Вот если говорить серьезно, вот рыбак – это что за психологический такой портрет? Что это? Кто этот человек? Вот, знаете, я сейчас как бы не прискорбно это звучало, это человек, у которого сейчас, во-первых, есть деньги. Так. Потому что даже… Дорого, да? Потому что это затратное. Это любая федерация, по крайней мере, Российская Федерация, это держится, скажется, на ребятах, которые на альтруистах, угу, которые за свои деньги, за собственные, ездят на чемпионат России, там, на отборочные соревнования, на районные соревнования, угу, там, покупают прикормку. Не у многих команд, у многих спортсменов есть спонсоры, которые тоже в большинстве своем уже уходят. Еще в мою бытность, когда я был, я дружил со многими производителями рыболовных товаров, которые там... Хорошие люди и говорили: Сергей, на тебе на призы, допустим, на, угу, вот команду, на прикормку. Ты знаешь, что по 100 килограмм прикормки только выбрасываешь на тренировку перед соревнованиями. Угу. Вот скармливаешь рыбе, чтобы понять, какая прикормка, какой консистенции, вкусовой запах там ей нужен. Это, допустим, по фидеру. То есть не просто пошел что-то. Нет, вы знаете, в 2014 году, насколько я помню, если не изменяет память, у нас в России прошел первый официальный чемпионат России в 2014 или в 2013 году, сейчас могу ошибаться. И я там считал, что я умею. Так. Заявился. Тогда еще не требовались там первый разряд, потому что еще только-только образовывался, и там без спортивного разряда можно было участвовать. И со мной рядом попал на тот момент уже чемпион мира. В 2011 году наша сборная России стала чемпионом мира, mm-hmm, по фидеру. Паша Конищев. Паша, привет, друг. Вот, вы знаете, я за 5 часов ловли рядом с ним не поймал ни одной рыбки. Или одной я поймал. Потому что... Вся к нему пошла. Да, вот прикормка. Найти точку, вот это надо уметь, понимаете? Это годами, часами вырабатывается практика, как где найти рыбу. Хорошо, теперь вот вы сказали оборудование. Я тут неожиданно, раз мы о спорте говорим, спорт он разный. Когда-то я общался с профессионалами-хоккеистами, угу, вот, и они озвучивали какую-то нереальную сумму, причем профессионалы, я имею в виду еще детки, которые, ну, то есть, которые профессионально занимаются, но вот уже еще не взрослые, там, ну, юноши, короче, угу, говоря. И когда называлась сумма, сколько стоит экипировка, сколько стоит набор клюшек, потому что это же не одна клюшка должна быть, шайба, и т.д., и т.п., значит, какие должны быть коньки и так далее.
И ты так подумаешь, что так можно и на квартиру заработать, что называется. Вот что, мы же как, что такое рыбный, я помню, такой магазин для рыбака, да, там всякие названия были. Ты заходишь там, ну как-то так вот, я просто не рыбак, сразу же говорю, поэтому мне казалось, ну все есть. Там это что-то блестит. Червячок, опарыш купил. Да, да, червячков пошли насобирать. Накопали, да, да. Вот это что, действительно целая индустрия? Это индустрия, да, так, да. И у нас плохо с этим делом. Нет, вы знаете, не знаю, будет считаться реклама, не реклама, но я могу пока только, грубо говоря, два производителя в России, кто очень плотно занимается рыболовной индустрией, это компания «Волжанка» у нас, ничуть не реклама, и «Дунаев» Александр из Питера, команда, который сейчас начал уже именно производить удочки, поставляя. Где он покупает, я не знаю, что они делают, катают, да, это карбон, может быть, в России, но производство самих удилищ началось уже в России, раньше это у наших друзей было, привозное, начали катать, прикормки сейчас начали очень активно, не уступая импортным аналогам, таким, там, мировым брендам, которым, да, раньше только ими ловили, сейчас тоже начали прикормки хорошие делать. Но... А само, давайте вот про удочку. А удочка – это же основной инструмент. Практически, да. Да. Катушка еще, вот, да. Леска, да. Крючки. Крючки, вот всякие там вот, блестки. Вот смотрите, я вам объясню. Разница удочки спортсмена, кто, я назову пару наших великих спортсменов, я считаю, это Серега Пузанов, Колганов, Олег Вициния. Там, да, ну, ребят, кому не назвал, извините, просто кому, кто в голову пришел, кто вот недавно, кстати, был вот на этих выходах чемпионат России, так Колганов там стал чемпионом России. Вот. Вот удочка, которую вы купите за 1500 рублей, да, он китайская, и удочка, которая стоит, да, я предполагаю, там, хорошая импортная там, с Европы, 45 тысяч. 45, 45 может тысяч. Быть, 40-45 тысяч, да. Это удочка, топовая удочка из топового карбона. Я сейчас буду говорить про соревнования по фидеру. Так называемая английская донка, или вот этот, который мы любим забрасывать, наши это колокольчики, только немножко другая удочка. Ну, вот смотрите, удочка весит, допустим, дешевого, из дешевого карбона, там, 300-400 грамм, плюс там полкило катушка. Спортсмен соревнования по фидеру проходит, ты неделю тренируешься, в пятницу официальная тренировка, и еще два дня по 5 часов ты ловишь и машешь 5 часов этой удочкой, где каждый грамм будет тебя на весу. Представляете, какие силы нужны? Ты забросишь, там минута-две у тебя перезаброс, плюс кормушка вес добавляет, там, с кормом, да? В одну точку надо кидать, ты тренируешься, чтобы в одну точку кидать, потому что ты, чтобы пятно создать, да, вот это кормовое. И каждый грамм у тебя на вес золота. Ну да. Ты даже с топовой удочкой после 5 часов ты выходишь, еще мы не скажем про ящик, так называемая платформа рыболовная, которая сейчас по нынешним деньгам около 2000 евро стоит. Ух. Топовой, да. Ух. Чтобы ее таскать, там это много нюансов всяких. И у тебя руки уже как у мартышки, извиняюсь, в обиду нашим животным. Вот ты согнут, потому что 5 часов машешь, все, у тебя руки. А после 2 дней ты еще там неделю отходишь после этих соревнований, топовых соревнований. И каждый грамм, представляете, на весу, да, что ты будешь крутить килограмм в руках, таскать, да, кидать, или ты будешь 300 грамм. В общей сложности там 400 с катушкой. Слушайте, ну как? Плюс еще при забросе, извиняюсь, я вас перебью, да, кончик удилища, квивертип так называемого фидерного удилища, он должен быть тонкий и чувствительный, чтобы любая поклевка, даже маленькой рыбы, у тебя передалась, и ты ее увидел. Если у тебя будет дубина, которая весит, да, ну ты... Да, не почувствуешь, да, ничего. Я вот хочу сказать про фестиваль, который у нас был на Малаховском озере, да. И там первое место занял парень, который в спорте. И если там смотрели сюжет, то там парень наловил уклейки на 2 килограмма. Вот он 4 часа ловил вот такую уклейку. Представляете, он выиграл, там уже карпа поймал, он занял 3-е место, потому что этот парень 2 килограмма на уклейке. Но он спортсмен, он знал, как и что как ловить. Он, да. И вот так вот, да, он все 4 часа сидел, эту вот уклейку так ловил. Ну, молодец. И чемпионами России становились на такой рыбиной уклейке. Можно ждать карпа, а можно... А если будет много карпа? Ну, тут как повезет. Вот как повезет. Я еще спрашиваю, что у нас водится, вы подготовитесь во второй части, какая рыба вообще водится, об экологии немножко поговорим. Потому что, например, у меня такое ощущение, что иногда смотришь, где-нибудь в каком-нибудь городе, в большом пруд в центре, да, ну или что-то типа озера или речка проходит, да, и кто-то стоит, что-то ловит. И думаешь, неужели он что-то может поймать, вот здесь, где уже все слили, все, что можно. Но об этом во второй части. Сейчас немножко об участниках. Вот кто может стать участником и куда нужно обратиться, если вот нас сейчас рыбаки слушают, которые хотят... Ну, обратиться, если у тебя прописка в Московской области, мы говорим, да, сейчас непосредственно... У нас есть Федерация рыболовного спорта Московской области, где сейчас президент Саша Жуков. Так. Вот тоже профессиональный рыбак, спортсмен. Сашка, привет.
Вот, есть группа ВКонтакте, тоже Федерация рыболовного спорта, сайт есть fresmo.rf. Пишите туда, ребята, большая просьба. Я там, как был руководителем, создавал эту группу, родоначальник, домыслитель этой федерации. Мне не пишите, там мне очень много вопросов пишут тоже ребята. Ну, да. Мне так как администратор группы, еще с тех времен, как бы никто не убирает, и я не могу удалиться. Мне начинают все писать. Я всем объясняю, ребята, там... Обращайтесь на сайт, да. Ну, а тем не менее, какими качествами, что нужно? Какое-то... Желание. А взнос нужен какой-то? Там есть взнос, потому что это общественная организация. Да, она существует на взносах, как любая. Но там, насколько я сейчас знаю, там вступительный взнос есть, там 1000 рублей, которые ты платишь, я не думаю, большие деньги, единоразово, за вступление в федерацию. Есть ежегодные взносы, которые платятся во все абсолютные федерации, не только рыболов, там, я думаю, везде. И там есть ежегодный взнос, который ты платишь за то, что ты участвуешь в соревнованиях. И все, в принципе, тебе удается корочка спортсмена. Так. И вперед по районным, сначала по районным соревнованиям получать третий, второй, первый, а уже с первым разрядом можно попасть в сборную Московской области и поехать на всероссийские соревнования. Так, а всероссийские соревнования, они проходят в разных уголках, по, да? По всей России, да. Там, где рыба водится. Где водоем подходит под правила рыболовного спорта, потому что под каждый вид рыбалки, так. Там будь то карфишинг, фидер, но опять, да, мы сегодня углубляемся в фидер, потому что я люблю фидер. Там или с лодок на спине, должна быть определенная акватория. Сколько для вообще фидера... вариантов рыбных вот этих? Вы знаете, не очень много на самом деле водоемов, вот если мы опять про фидер говорим, не так много. Да. Очень часто Воронежская федерация, молодцы ребята, там спорт рыболовный очень сильно. И часто там у них вот это Воронежское море, так называемое, где ГРС у них стоит, там береговая линия позволяет разместить там до 150 человек. Потому что по правилам там спортсмена нужна тебе зона там 10 метров. Да? Вот, ты сидишь в своей зоне, ловишь, это твой как бы участок рыбалки. А молча ловят? Ну, кто-то ругается. Нет, ну, смотрите, вот 10 минут до финиша, да, вот ты вытаскиваешь рыбу, которая может тебе принести первое место в зоне. Потому что по правилам там еще тоже делятся на зоны, на сектора, идет жеребьевка спортсмена там. Жеребьевка проходит. И вот ты понимаешь, что сейчас вот лещ, который у тебя там килограммовый, тебя в твоей зоне может вытащить на первое место и получить 1 балл, да, там не 15. Да. И вот он у тебя вот выходит прям. За 10 минут до финиша срывается. Это прекрасно. Какие эмоции. То есть сколько всего, вы сказали, вот вы любите конкретное соревнование, а сколько всего таких соревнований существует? Ну, если не все названия надо нажимать, на назвать, по, может быть, по мировому какому-то... Вы имеете в виду по рыбалке или вообще по фидеру? По рыбалке. Ну, в смысле, сколько соревнований? Ну, фидер мы перечислили, да, английская донка. Я правильно понимаю? Да. Это карпфишинг. Так. Ловля трофейного карпа в определенных водоемах. Это поплавочная ловля, но сейчас поплавочная умирает, реально прям соревнования, даже люди еле-еле, хотя у нас есть великий тоже, там Юра Радугин, да, великий спортсмен в поплавочной. То есть это вот как обычная поплавок? Да, не там, там же у них эти штекерные удилища, которые там по 12 метров, они катать штекер называется, профессионально. Назад они. И там и выбираешь, или баллонкой ловишь, или как-то. Ну, вот они катают там. Поплавочная ловля, что у нас еще карпфишинг, поплавочная ловля, ловля спиннингом с берега, ловля спиннингом с лодок. Это летние, да. С ума сойти. И зимние. Это вот мормышка и этот. А, еще вот сейчас начинает кастинг. Троеборье там бросаешь тоже всякие. Ну и форелевую. Сейчас очень развита у нас форелевая, развивается прям форелевая рыбалка. Прям мне рыбы захотелось. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что Сергей Крылов у нас в гостях. Он долгое время был президентом рыболовного спорта Московской области. Во второй части поговорим вообще о рыбной ловле. Уже несколько с другой позиции. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях президент рыболовного спорта Московской области с 2014 по 2018 год Сергей Крылов, специалист, человек, который... А как вообще к рыбе относитесь? Вам не жалко ее? Ну, я вообще ее отпускаю, я ее не ем. Вот реально, я не люблю. Я вот слышу, да, вот рыбаки... Большинство рыбаков, да, для нас это у меня... Не буду говорить слово «теща», у меня теща замечательная, это мама моей супруги, да. Она рыбу обожает любую. Вот сейчас у меня дети там в Тамбовской области. Поэтому вы рыбак. Да, рыбак это, наверное, с детства папа приучил как-то к рыбалке, не знаю. Так что, жена вашей... Жена тоже иногда, ну, жена тоже любит иногда рыбу, но не любит с ней возиться. Я очень люблю, у меня сын 13 лет, вот, тоже заядлый рыбак. Я
фидерист, скажем так, донную ловлю, а он больше по спиннингу любит. И зимой, естественно, он на жерлице щуку половить, с блесной походить. Скажем, активная рыбалка. Это мы сидим в своем кресле. 13 лет. Да, да. Но он у меня спортсмен, он профессионально дзюдо занимается у нас в Раменском. Спортсмен. Ну и как, папа-то он по рыбе обыгрывает? Ну, на фидер не хочет соревноваться, на спиннинг я не люблю, я лентяй вот тут. Мы сказали, так ленивая рыбалка фидерная, ты сидишь в своем удобном на стульчике или кресло специальное фидерное, оборудованное, у тебя здесь столик с наживкой, ты просто сидишь и ловишь свое удовольствие. А сын вот любит со спиннингом, сейчас я ему в деревне там лодку купил, он там в Тамбовской области прям пруд возле деревенского дома, большой километровый, там щука, сейчас я ему купил, ездил к ним. Есть щука? Да, у меня фотографии там, он такие 1,5-2 килограмма ловит. Но ловит не на спиннинг, а ловит на кружки, так называемые. Это летние жерлицы. Ага. Зимний жерлиц такой флажок выстреливает так. Из лунки. А это пенопластовый кружок с красной палочкой. И, в принципе, то же самое леска с поводком. И здесь маленькая рыбка, то есть живца ловит и сажает ее. Вот на лодке заплывает, выставляет по пруду живцы. И когда поклевка, этот кружок переворачивается, сигнализатор показывает, да, я поплыла. И вот он за ней плавает, там ловит. Вот он там щук сейчас в пруду так намастерился ловить. А теперь мне захотелось котлет из щуки. А у нас фарш есть дома. Мы-то, сын-то 7 штук за ночь наловил, супруга фарш накрутила и заморозила. Вот, видите. Я тоже. Вот, кстати, как супруга готовит, вот щучьи котлеты люблю с пюре. Вот, видите как. Ну, давайте теперь поговорим, потому что такие названия, щука, форель. А опять же, рыбы вы называли, даже которых я не знаю. Вот в наших ближайших водоемах, насколько сегодня вообще много рыбы с точки зрения экологических проблем? Вот целая же Московская область вы возглавляли как президент, да, рыболовный спорт. Вот, например, у простого человека, который рыбу-то любит, у нас ощущение, например, особенно вот до 2022 года, что вся рыба откуда-то отовсюду, кроме... Да нет, вы знаете, рыбы много, и разные много. Рыбы. Вы знаете, что даже в оке да. Нередкие попадания стерляди. Стерляди – это осетрина, только маленькая. И очень много поимок. Это то, что ресторан уже такой. Ну, это да. А, но, это уже красиво. Да, и, естественно, отпускается, она не подлежит вылову, если ты случайно ее поймал. Нет, ее сразу отпустить. Она в Красной книге занесена у нас, все, но она есть. Ага. С оки рыбу кушать можно. Так. С москварики, вы знаете, я иногда тоже смотрю YouTube, все, там многие рыбаки, блогеры показывают, что лучше не надо. Еще она до сих пор не очистилась, но сколько лет ее, скажешь, там, всякое... Даже после... Выше Москвы, в канале именно Москвы еще, когда она заходит в Москварик, все. Еще можно. Еще можно, да. После Москвы, и вот здесь у нас уже, не совет. А правильно я понимаю, что вот даже если мы поймали рыбу в Москва-реке, да, скажем так, не в чистом водоеме, что даже если я ее обработаю там... пожарю, все это. То есть она уже внутренняя. Опять же, я экспертизу лично не проводил. Нет, это я сейчас говорю, как блогерам хочу сослаться, которых очень много, да, если поискать там на том же Ютубе, там, да, где-то там еще на Рутюбе. Они проводили буквально там год-два назад по рыбе, что там превышение цинка, насколько я помню, прям что можно отравление поймать, если поесть. То есть, если ехать, то в Люберцах как? Мы уже вроде чуть-чуть подальше, или все равно нас тут, наверное, затрагивает еще? Ну, Лыткарино, Люберцы, вы видите, Москварик, она же идет через Москву и сюда к нам. То есть надо ехать куда-то подальше, почище. Понимаете, кто-то ест. Я знаю многих людей, которые едят рыбу с Москварики. Я бы не рискнул. Ну, во-первых, я и не ем речную, я не очень, да, кроме щуки, как я сказал. Хорошо. А что здесь водится за рыба? Вот перечислите так название, просто даже интересно. Лещ, подлещик, ясь, подъязок. Не, сейчас не спешите, потому что для вас же это как 2+2. Итак, лещ. Лещ, подлещик. Подлещик. Да. Или лещ, как такового подлещика нет у рыбы. Все называют маленькую леща подлещик, но это на самом деле просто маленький лещ. Ага, так. Голубоглазка. Голубоглазка. Это у него голубоглазка. Белоглазка, извиняюсь. Белоглазка, белые глаза. Они похожи немножко, да, с подлещиком. Так. Голавль, щука, судак, сом, окунь, налим. Зимой. Ну, в принципе, название. Очень много рыбы. Нет, рыба очень большая в реке. Я про Москварику сейчас говорю. Да. Говорю про тот же там Малаховское озеро. Хотя, когда мы проводили соревнования, я разговаривал, там очень много было местных жителей, что говорят, что в Малаховском даже сом на 20 килограмм есть. Ловили сомов. И есть сом, и карп есть. Там очень много рыбы тоже. Но сейчас же Малаховское озеро у нас почистят. Ну, его собираются чистить, да. Да, рыба денется, там тоже надо разговаривать. Ну, она, наверное, на время уйдет, потом, наверное, вернется. А куда она уйдет?
А, ну да, ну да. Если оно закрыто, выдаем. Да-да-да, это же выдаем, да-да-да. Ну, постараюсь, наверное, как-то сейчас современным технологиям, может, там почистить дно. Будет по дну, и она будет с берега на берег. Какая все еще притча в языцах, что каждый рыбак немножечко должен, ну, как бы, лишний килограммчик-то добавить для вылова. Ну, а вот как на спорте происходит? Нет, ну на спорте это никак, потому что ты взвешивание происходит, при все там стоят судьи, другие спортсмены. Хотя, вы знаете, я слышал, что когда-то этот спорт зарождался там, на поплавок, люди там чуть ли не дробинки засовывали, грузила в рот рыбе. Слухи, опять же, спортсмены, чтобы увеличить вес рыбы там и засовывали. Но опять же, это я не видел, не встречал такого. А вот бывало специально, не специально, никто не признается. У меня на соревновании допустим, ты вот садок достаешь, да, там вываливаешь суп для взвешивания рыбы. Туда камень попадает случайно. Там обилие, когда рыба у тебя, можно и случайно не заметить. Не заметить. Типа, вот он у меня в садке лежал для утяжеления садка, чтобы садок не смывал. И забыл. Забыл. Эти случаи при мне были лично. Вот что важнее, даже, может быть, не в спорте, а вообще вот для рыбака, выловить того же, как вы говорите, сама, там, потолще, либо много-много-много-много какой-то одной рыбы, вот как вы приводили пример. Вы знаете, я вот буквально на этих выходных ездил на Москварику под Бронницей, сидел. Опять же, того же подлещика 250-300 грамм, я за там 2 часа там наловил, надоело, его неинтересно уже ловить. Mm-hmm. Естественно, начинаешь менять там крючок, насадку, да, допустим, тут клюет. На что-то побежит. Более. Ну, солидный, да, и думаю, что уже там папа лещ, там бронзовый красавец тебе придет. Бронзовый красавец. Вот, и, вы знаете, я хотел, вот сейчас опять вспомнил про москварик, у меня в глазах вот этот стоит, это мусор на наших водоемах. Туристы оставляют. Вот такие же рыбаки, да, горе, где с пакетами я тот же прикорм, который ты сделал, да, там эти бутылки. Все как, все привез, все оставил. Все оставил. Но ведь это же несложно забрать с собой. Я не понимаю, все рыбаки приезжают на машинах. Да. 99%, собери ты в пакет после себя то, что ты оставил, и увези с собой. Угу. В чем эта проблема, я не понимаю. Вот мы с сыном приезжаем, так. Вот даже в Тамбовской области, там, скажем, в Московской области, наверное, уже рыбаки такие более просветленные, как бы стараются что-то делать, да? А там, деревенские... Не гадит всегда, там, где сидишь. Стараются. Не все, но стараются. А там же все равно эти пачки сигарет, там все бросили, там от червей банки. И вот мы с ним приезжаем на какой-то там пруд, где мы ловим, мы все убираем, даже стараемся по кругу собрать. Угу. То есть вы еще выполняете такую... Ну, а как без этого? Ну, конечно. Мне и самому приятно на чистом месте, да и детей наших надо учить и показывать, как надо. Если потому, что мы это не сделаем, кроме нас, от рыбаков, это никто не сделает. Вот я еще вернусь к такому разговору, опять же, по поводу рыбы, которую мы покупаем. Ну, я не говорю сейчас о красной рыбе. Я тут недавно был в Петропавловске-Камчатском, заходил на местный рынок. Вы, кстати, упоминание красной рыбы, это знаете что? Как в Астрахани называют осетрину? Да? Ее называют красная рыба там. Я там просто 2 года проработал, да? Ну, я имею в виду, да. Это мы понимаем, красная рыба, это да, форель. И вот там тоже, как, видимо, для туристов существуют невероятные цены и рыбы в любых вариациях, и икра, и такая, и сякая, и стоимость какая-то невероятная. Но ведь мы же знаем, что есть морская рыба, да, есть рыба речная, что это немножечко разные. Ну, это вообще абсолютно разные. И что речная рыба-то считается более... Ну, круче. Речная рыба? По вкусовым, да. А что для рыбака? Нет, а что там вкуснее, треска или лещ? Да мне все нравится. Я о чем хочу сказать? Вот где сегодня можно найти, вроде как в магазинах продают, но так как-то нет ощущения, что вот такой речной рыбы, которая вот как бы в твоем регионе водится, что она прям, ее много. А зачем в магазин ходить? У нас водоемы вполне, езжай и лови. Но не все езжай и лови, но если не рыбак. А лучше отпусти. Я понимаю, что для вас вам трудно понять, что есть люди, которые не рыбаки, но тем не менее. Ну, у людей не рыбаков есть родственники рыбаки. Да, но рыбаки живут. Ну, а опять же, о какой мы рыбе говорим? Давайте скажем о карпе. Давайте. Или тоже форели. Ну, да. Сейчас на территории Московской области, мне кажется, каждой лужи уже какой-то коммерческий водоем. Угу. Все зависит от предоставляемых и комфорте на этом водоеме. Угу. Цена зависит, да, там может быть от и до, до небес, как будто ты там... В лакшери-отеле где-нибудь там в Сочи, да, там или и до просто приехать половить рыбку там того же карпа. Того же сама, ту же форель. Но форель сейчас это речная рыба, ей нужна холодная проточная вода, и она больше к концу осени запускается в наши платные водоемы. Там. Есть по Московской области несколько водоемов, где ключи бьют, там круглогодично можно форель ловить.
Та же красная абсолютно рыба, да, только тоже рыбаки уже, кто форелью, допустим, ну, профессионально уже ловит форель, там, снасти все форелевые, которые для форели, если оригинальный брать, там тоже это жена узнает и выгонит из квартиры, грубо говоря, за те же блесны. Вкусовые качества тоже форели, где она выращена, смотря где. Потому что, когда рыбу начинают кормить комбикормом, она же форель сама по натуре вся, у ней мясо, у ней белое мясо. Да. А краснеет из-за того, что она определенный планктон ест и краснеет. А вот искусственно выработан тоже. Нет, ее кормят. Ее кормят, и она как поросят этим. Ну, как, или как курочек. Сергей Крылов, президент рыболовного спорта Московской области в период с 2014 по 2018 год. У него с рыбой свои отношения. Всем не забудьте, что когда-то был, кстати, рыбный день в Советском Союзе. По четвергам. Союзе. Да, по четвергам. Всего вам доброго. Это была программа «Открытый диалог». Вел ее Николай Пивненко. До свидания.